Друзья, всем привет! Я поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю в этом году достичь level up, то есть сделать плюс один уровень к тому, что у вас уже есть. Ну а я по мере сил буду вам в этом помогать. Итак, сегодня мы продолжим изучать немецкий по принципу, который я задал вот в этом уроке. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите, как говорить правильно и начать думать на немецком языке. Там я говорю очень много организационных моментов о том, как работает этот метод и почему. Сегодня же только сухая грамматика и лексика. Кроме того, обязательно досмотрите этот ролик до конца. В конце я расскажу о планах на этот год, будет очень много интересной и важной информации. А также мы подведем итоги конкурса, который я как раз анонсировал в этом видео. Победители получат свои призы. Итак, вы часто просили разобрать возвратный глагол. И сегодня мы возьмем именно такой. Sich verabschieden von Dativ. Прощаться с кем-то. Этот глагол интересен тем, что у него есть возвратная частица sich. У него есть неотделяемая в данном случае приставка. А также есть управление. Напомню, что ролики по возвратным глаголам, где мы подробно разбираем эту тему, будут, как всегда, по ссылке здесь. Ролики по управлениям глагола warten auf, sich verabschieden von Dativ или, например, teilnehmen an Dativ. Также все видео, посвященные этой теме, здесь. Продолжаем с сегодняшним глаголом. Итак, мы говорим прощаться с кем-то. Немцы же говорят прощаться от кого-то, если переводить дословно. На самом же деле нам этого делать не нужно, нам нужно привыкнуть к мышлению немцев. Для этого есть один единственный метод – многократное повторение. Он прощается со своей сестрой. У вас 5 секунд. Er verabschiedet sich von seiner Schwester. Er verabschiedet sich von seiner Schwester. Когда он хочет попрощаться со своими родителями? Wann will er sich von seinen Eltern verabschieden? Wann will er sich von seinen Eltern verabschieden? Мы попрощаемся с нашими друзьями завтра. Wir verabschieden uns morgen von unseren Freunden. Либо второй вариант. Wir verabschieden uns von unseren Freunden morgen. Что касается слова morgen, хотя давайте я сначала напишу, а потом объясню. Wir verabschieden uns von unseren Freunden morgen. Или лучше будет все-таки сюда поставить. Uns morgen von unseren Freunden. Здесь все дело в том, что в немецком есть слова, которые всегда должны стоять на своем месте. Например, глагол verabschieden в данном предложении нигде не может стоять, кроме как здесь, на втором месте в предложении. И есть слова, которые как бы рекомендуются ставить на определенное место. И к ним относятся morgen. Не morgen конкретно, а указание на время. Любое указание на время. Допустим, heute, am Montag, um 3 Uhr, jetzt. Все эти слова, они стремятся к началу. То есть, как только мы выполнили все необходимые условия, подлежащее, сказуемое, и частица, в данном случае uns, которая должна обязательно идти сразу после глагола, как правило, сразу ставится указание на время. Но в принципе, особенно в разговорном языке, если мы поставим здесь morgen в конец, это не будет являться ошибкой, это будет просто разговорным языком и немножко другой эмоциональный акцент. Следующее предложение. Ты не хочешь со мной попрощаться? Willst du dich nicht von mir verabschieden? Willst du dich nicht von mir verabschieden? И на самом деле, если это как бы предложение с упреком будет, то здесь очень хорошо напрашивается слово «etwa». Willst du dich etwa nicht von mir verabschieden?
И мы его здесь добавим, чтобы вы немножко привыкали к более разговорной версии немецкого языка. Я не буду с ними прощаться. Ich werde mich nicht von ihnen verabschieden. Ich werde mich nicht von ihnen verabschieden. Punkt. Вчера она попрощалась. Меняем, добавляем. Вчера она попрощалась со своим братом. Gestern hat sie sich von ihrem Bruder verabschiedet. Gestern hat sie sich von ihrem Bruder verabschiedet. Ты же мог со мной попрощаться. И здесь мы видим сразу, что же уже добавляет эмоции, так что пробуем переводить именно максимально точно передавая смысл и эмоции. Du konntest dich doch von mir verabschieden. Du konntest dich doch von mir verabschieden. Ему нельзя прощаться со своими родственниками. Если вам не хватает времени, и сейчас предложения будут все сложнее, то обязательно ставьте на паузу, можете прям записывать версию, либо несколько раз проговаривать медленно вслух, а потом уже слушать правильную версию. Er darf sich nicht von seinen Verwandten verabschieden. Er darf sich nicht von seinen Verwandten verabschieden. Почему ты не хотел с ней прощаться? Warum wolltest du dich nicht von ihr verabschieden? Warum wolltest du dich nicht von ihr verabschieden? Кстати, что касается порядка слов, у меня на канале есть видео, где я подробно разбираю абсолютно все моменты, усложняя их касательно порядка слов, касательно всех особенностей, где должно стоять каждое слово в предложении. Ссылка будет здесь. Переходим к B1, B2. Я планирую попрощаться с ними на выходных. Планирую, кстати, используем то слово, которое о котором я вам рассказывал в прошлом уроке. Это очень важно, потому что это то слово, которое постоянно используют сами немцы. Ich habe vor, mich von ihnen am Wochenende zu verabschieden. Ich habe vor, mich von ihnen am Wochenende zu verabschieden. Он не хотел прощаться со своими друзьями, потому что ему это всегда тяжело дается. Здесь довольно-таки сложно, поэтому сразу ставим на паузу, пишем, и через секунду я скажу правильный вариант. Er wollte sich nicht von seinen Freunden verabschieden, weil es ihm immer schwer fällt. Er wollte sich nicht von seinen Freunden verabschieden, weil es ihm immer schwer fällt. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях, я, как всегда, с удовольствием на них отвечаю. Она с ним не попрощалась, хотя он был ее лучшим другом. Sie hat sich von ihm nicht verabschiedet, obwohl er ihr bester Freund war. Sie hat sich von ihm nicht verabschiedet,
Obwohl er ihr bester Freund war. Здесь на самом деле интересное предложение, потому что nicht, и об этом я рассказывал как раз в теме отрицания, при наличии в предложении предлогов, von в данном случае, ставится, как правило, перед предлогом. Ну, там, неважно, mit, ab или любой другой предлог. Но вопрос, почему мой мозг так среагировал. То есть, когда ты учишь немецкий уже 20 лет, как я, и во многом не только по учебникам и по правилам, но и живя какое-то время в Германии, общаясь много с немцами, смотря немецкое телевидение, то не всегда все объясняется вот именно правилами. То есть не так, что я постоянно обо всех правилах думаю. В данном случае, опять же, давайте вернемся к этому вопросу. Либо это все-таки мой мозг дал сбой, и так говорить нельзя, либо в разговорном языке такое предложение вполне имеет право на жизнь. И я бы хотел спросить тех из вас, у кого рядом есть немец, парень, девушка, муж, жена, спросить их на этот счет, имеет ли право на жизнь такое предложение, либо верным будет только один единственный вариант, если мы nicht поставим перед von. Я прощаюсь со своей старой жизнью, чтобы уехать за границу. Кстати, за границу по-русски слитно или раздельно пишется? Но я думаю, что в данном случае все-таки будет раздельно. Если нет, поправьте меня в комментариях. Итак, 5 секунд. Ich verabschiede mich von meinem alten Leben, um ins Ausland zu fahren. Ich verabschiede mich von meinem alten Leben, um ins Ausland zu fahren. На самом деле, преподавая именно немецкий уже в течение, опять же, 10 лет, а не русский, в немецком я намного лучше знаю и правила грамматики, и правила правописания, и просто реже делаю ошибки вот в таких моментах. То есть тут с ins Ausland у меня никаких сомнений нет. Следующее предложение. Она попрощалась со мной, чтобы я мог начать новую жизнь. Sie hat sich von mir verabschiedet, damit ich ein neues Leben anfangen könnte. Sie hat sich von mir verabschiedet, damit ich ein neues Leben anfangen könnte. Beginnen теоретически здесь тоже подойдет. О разнице между anfangen и beginnen я рассказываю в ролике, где мы, в принципе, разбираем всю необходимую лексику немецкого языка. Плейлист найдите в папке «Плейлисты». Вся лексика B1, B2. Так вот, что касается конъюнктива, здесь, в принципе, грамматически было бы абсолютно верно поставить kann, damit ich ein neues Leben anfangen kann. Но könnte звучит, конечно же, лучше и аутентичнее. Последний момент в этом предложении «ein» на самом деле здесь можно не ставить. Почему-то мне кажется, что в разговорной речи без «ein» звучало бы даже, может быть, лучше. Но по правилам она нужна. Следующее предложение. Надо было все же с ними попрощаться. Man sollte sich doch von ihnen verabschieden. Man sollte sich doch von ihnen verabschieden. Друзья, с которыми он не попрощался, обиделись на него. Freunde, von denen er sich nicht verabschiedet hat, waren sauer auf ihn. Freunde, von denen er sich nicht verabschiedet hat, waren sauer auf ihn. В данном предложении, наверное, может вызвать вопросы последняя часть, но, опять же, мой мозг ничего другого не подсказывает. Вот обидеться, sauer sein, это в настоящем времени, или обидеться в прошедшем уже. Ich war sauer auf sie. Я был обижен на нее. Если у вас есть какой-то другой вариант, или вы прям написали другой вариант, напишите в комментариях, давайте все вместе его обсудим. Я знаю, что ты хотел со мной. С ними. Угу. Я знаю, что ты хотел с ними.
попрощаться. Ich weiß, dass du dich von ihnen verabschieden wolltest. Ich weiß, dass du dich von ihnen verabschieden wolltest. И у нас осталось всего 4 предложения. Вместо того, чтобы попрощаться со своими родителями, он пошел в бар. Statt sich von seinen Eltern zu verabschieden, ist in die Bar, in die Kneipe gegangen. Statt sich von seinen Eltern zu verabschieden, ist in die Bar gegangen. Я бы с удовольствием с тобой попрощался, но у меня нет времени. Конъюнктив 2. Ich würde mich gerne von dir verabschieden, aber ich habe keine Zeit. Ich würde mich gerne von dir verabschieden, aber ich habe keine Zeit. Если бы у меня вчера было время, я бы с тобой попрощался. Конъюнктив 2. Прошедшее время. Perfect. Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte, hätte ich mich gerne von dir verabschiedet. Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte, hätte ich mich gerne это я от себя добавил, да, с удовольствием, охотно, von dir verabschiedet. И последнее предложение. Закон был принят в пятницу. Причем здесь прощаться, спросите вы. И дело в том, что у этого глагола verabschieden есть еще другое значение. Принимать именно законы. Данное предложение давайте я сразу переведу или просто поставьте на паузу и попробуйте сами. Так вот, будет Das Gesetz wurde am Freitag verabschiedet. Das Gesetz wurde am Freitag verabschiedet. Так вот, почему очень важно знать многие разные значения одного и того же глагола? Потому что в первую очередь именно в этом состоит разница между B1, B2 и дальше C1 и так далее. Например, у слова halten есть около 8 значений. И если значение держать, вы должны знать уже на уровне A1. Ich halte die Flasche. Я держу бутылку, например. Значение останавливаться добавляется, например, там все довольно-таки условно, но тем не менее, на уровне A2. Der Bus hält. Автобус останавливается. То дальше, например, Ich halte dich für einen guten Lehrer. Считать кого-либо за кого-либо, то есть я считаю тебя хорошим учителем. В принципе, я держу тебя за хорошего учителя, так в русском тоже сказать можно. Вот эти все устойчивые выражения и разные тонкие узконаправленные значения слова – это как раз уже повышение вашего уровня дальше. И тут мы так органически переходим к планам на Новый год. Я уже в прошлом начал плейлист, в котором я разбирал лексику для уровня B1, B2, делясь с вами вот как раз вот такими подробностями, как только что. То есть самый полный список всей лексики, необходимой как для свободного общения, так и для сдачи ЕГЭ или аналогичных тестов в Беларуси и в Украине, так и экзаменов B1 и B2. Я полностью это разберу, это будет многочасовое видео, и все это вы дождетесь на канале, обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями, чтобы не пропустить. Разумеется, это требует очень многих сил, но я серьезно настроен на Новый
год. Кроме того, в новом году на этом канале вы увидите ролики, которые будут полностью освещать тему, даже не так, которые не просто будут освещать тему, а с помощью которых вы сможете полностью освоить ту или иную тему. Например, правильный порядок слов в предложении. И первую весточку в этом направлении я уже сделал или закинул. Что делают с весточкой, да, в русском языке. В общем, она уже появилась. Вот этот ролик обязательно посмотрите и напишите в комментариях, нравится ли вам такой подход. В нем я не просто осветил все союзы, после которых глагол уходит в конец. Я сделал именно упражнение, урок-упражнение, урок-тренажер, как угодно, просматривая который регулярно и обязательно повторяя за мной, артикулируя, вы сможете на автомате привыкнуть и ставить глагол все время в правильное место в сложно подчиненных предложениях. Кроме того, вы просто повторите перевод и смысл вот всех этих союзов, когда их следует употреблять. А представьте, как будет круто, если я создам такое же видео по падежам. Один урок длится 20-30 минут, допустим, который вы смогли бы регулярно просматривать ежедневно, и через неделю, две или месяц вы полностью перестанете путать «dia-den-dem», «das-das-dem», «di-di-dea», «di-di-den», а также личные местоимения «ich-mich-mia», «du-dich-dia» и так далее. А только одно видео, которое полностью перепрошивает мозг и заставляет вас думать на немецком и говорить свободно. На этой оптимистичной и такой торжественной, что ли, ноте закончим этот год прошедший. И на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пока! Хотя нет, не пока. Я же обещал разобрать конкурсы, давайте этим и займемся. Итак, отдельно приходится дозаписывать результаты конкурса, но это не проблема. У нас 3 победителя. Первое место — Андрей Карпов. И это, наверное, самое лучшее предложение, такое в стиле Толстого. Очень сложное и интересное, и это именно то, что я имел в виду, когда задавал правила конкурса. Второе место — Кирилл Вольпиат. Предложение краткое, но здесь много интересной грамматики, оно правильно составлено, и поэтому тоже победа. И, наконец, третье место — это Сабина Разуманова. Она написала сразу несколько предложений, и надо сказать, что много людей неправильно поняли правила конкурса и писали по 3-4 предложения простых, когда надо было одно сложное с интересной грамматикой. Но у Сабины каждое предложение, пожалуй, могло бы выиграть. Также скажу, что было несколько человек, которые написали отличные предложения, но там были либо проблемы с запятыми, то есть просто пропущена одна или две запятых, либо еще, допустим, одно предложение мне очень понравилось, но там слово «before» было написано по-английски. Эти 3 человека получают полный курс немецкого языка абсолютно бесплатно, хотя, кстати, в случае со всеми 3, наверное, не совсем понимаю, вся грамматика здесь отточена, и курс понадобится, пожалуй, только для того, чтобы, может быть, все повторять, освежать, либо можно также передать, конечно же, родственникам.